Здравствуйте! На Ахтубинском канале «Время новостей», в студии Татьяна Фомина. И вот главные темы выпуска. Борьба за урожай плавно перешла в борьбу по реализации выращенной продукции. Ахтубинские фермеры надеются удачно сбыть поздний картофель, капусту и лук. Где мясо? Местной продукции все меньше, жалуются покупатели. О трудном пути от производства до рыночного прилавка, говорят ахтубинские фермеры. Ситуацию комментирует руководство ветеринарной службы. Скромно, но весело и ярко. Ахтубинцы отпраздновали 60-летие любимого города. День рождения начался с массовых спортивных мероприятий, а завершился большим красочным салютом. В регионе продолжаются кадровые перестановки. На днях стало известно, что пост покинул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Алексей Галкин. На момент записи нашей программы о новом руководителе министерства информации не было. На прошлой неделе Игорь Бабушкин стал полноправным губернатором Астраханской области. После инаугурации он охотно общался с журналистами. С одним из них у главы региона завязалась арбузная беседа. Игорь Бабушкин отметил, что настоящие астраханские арбузы потрясающие на вкус. А еще оценил форму некоторых полосатых ягод. Удивление у губернатора вызвали ромбовидные арбузы. Таких он до сих пор не видел. Впечатление добавила цветовая гамма. Оказывается, мякоть арбузов может быть не только розовой или красной, но также белой и желтой. В Астраханской области активно развивается селекционная индустрия и увеличиваются объемы выращиваемой продукции. Бахчевых на полях собирают десятки тысяч тонн. Хороший урожай в этом году вырастили ахтубинские фермеры. Однако и на эту бочку меда нашлась своя ложка дегтя. Что не так, выясняла Елена Петченко. По словам начальника районного управления сельского хозяйства, растеневоды Ахтубинского района урожай в этом году вырастили неплохой. Жалко только, что в финансовом отношении это никак не выражено. Связано все с проблемами сбыта продукции. Так сложилось, что благодаря климатическим условиям в Ахтубинском районе овощи и бахчевые культуры поспевали раньше, чем в соседней Волгоградской области недели на две. Потому и ехали закупщики и оптовики к нам. А в этом году капризы погоды сравняли шансы. Созрела продукция и в Волгоградской, и в Астраханской областях в одно время. Сегодня все деньги считать умеют. А потому оптовики и овощи, и арбузы закупали у наших соседей. Зачем ехать лишние 200 километров? Если все можно купить гораздо ближе. Так что многие земледельцы в лучшем случае лишь окупили свои затраты на выращенную продукцию. Впрочем, работы на полях по сбору урожая еще идут. Впереди уборка поздних сортов картофеля, капусты и лука. Да, уборка у нас продолжается. Сейчас самым активным образом идет уборка лука. Начинается уборка картофеля. Поэтому, еще раз говорю, я надеюсь, что эти культуры позволят фермерам все-таки получить некоторый доход для своего бизнеса. Ну и порадовать всех ахтубинцев собранным урожаем. Как вы знаете, в этом году у нас сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к дню района, планируется на 6 октября. Жители Ахтубинска, ну и Ахтубинского района, гости нашего города смогут увидеть все-таки весь ассортимент продукции. Фермеры готовы порадовать и произведенными продукцией вот своими результатами. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Растеневоды очередной сезон завершают, а вот в животноводстве свои правила. Здесь точку на лето или на зиму не поставишь. Свежее мясо востребовано всегда. Между тем, ахтубинцы стали замечать, что местной продукции на рынках поубавилось. В том числе и говядины, стоимость которой порой превышает 350 рублей за килограмм. А уж про свинину и вовсе говорить не приходится. Домашнее мясо и сало – практически дефицит. Владельцы личных подсобных хозяйств уверяют, что они по-прежнему выращивают сельскохозяйственных животных. Однако реализовать мясо, согласно действующим правилам, не могут. У меня личное подсобное хозяйство. 15 коров, 15 телят в этом году, десяток поросят. Поставил я в прошлом году вагончик на ярмарке выходного дня в Ахтубинске. 70 тысяч потратил на этот вагончик. На данный момент такая проблема, я не могу повезти мясо. Люди ходят, как бы просят домашнюю свинину, говядину. Со свининой проблемы такие, справку вообще нигде нельзя взять. В прошлом году брали за Ахтубинском, по Логам Займище, туда возили на убой. Брали танк, как бы устраивало.
сейчас там закрыто. Не знаю почему, там какая-то проверка или что, они не прошли. Как бы сейчас по свинине вообще нету бойни в Ахтубинском районе. Бойня построилась, там за сколько на нее миллионов потратили. Вот в Батаевке. Там и не бьют свинину. Сейчас, по-моему, она вообще, эта бойня, не работает. И говядину не бьют. Говядину мне, чтобы повезти, нужно повезти в Ахтубинск на убой. Мне нужно газель нанять. За газель отдать 2-3 тысячи. Там за убой 2,5 отдать. Приехать за мясом, еще 1000 я потрачу на бензин. Пока я до рынка доеду, я 5-6 тысяч потрачу. Приходится кушать только самим. И все. Или продать как-то, чтобы никто не видел, никто не знал. По своим знакомым и как-то, ну, сами понимаете. То, что... А люди, которые ходят в Ахтубинске, живут, нету мяса и просят, ну, свежее сельское мясо. Отсюда и цена поднимается на мясо. Если бы рынок было проще привезти, человек вот с личным подсобным хозяйством не тратил бы эти 6 тысяч, естественно, на 6 тысяч упал бы килограмм мяса. Это вот просто человеческий крик, который уже людей до того это достал. Это проблема всего района, всех сел. Да. Всех сел проблема. Что же происходит сегодня в животноводстве? Действительно ли так поставить мясо на местные рынки? Спросим у главного районного ветеринара Александра Панченко. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Ну вы что скажете на те жалобы, которые прозвучали от владельцев личных подсобных хозяйств? Ну, как бы сказать, жалобы, может быть, они сильно преувеличены в том плане, что акцент сделан только на мясо свинину. Свинины у нас как бы поголовье на территории района на сегодняшний момент официально. То есть, которое у нас на учете стоит, это 665 голов. Ну, около 700. Ну, как бы, если взять по области, по всей официально, 5000. Ну, это вот очень маленькая цифра, которая как бы проблему не решит. Обеспечить мясо свининой регион, район и так очень далее. Очень маленькая это... цифра, но очень вкусная. Все равно все хотят. Понятно, это вкусная, но да? Мы отвечаем в первую очередь за безопасность территории, которые правила, инструкция очень жесткая. Хотя для людей африканская чума она не опасна, но для как бы уже официально подсчитан по России ущерб, который упущен, и фактически более 7 миллиардов рублей. Это большие деньги, которые их надо еще где-то найти, чтобы компенсацию провести, мероприятия все и так далее. Это связано, во-первых, у нас на территории в связи с обострением эпизоотической ситуации на сегодняшний момент в России. Mm-hmm. До августа месяца мы как-то еще, ну, может, закрывали глаза, где-то разрешали, там, где бойни, ну, они были, но они не соответствовали. А в августе месяце были проведены проверки Россельхознадзором, нашей региональной службой, в том числе я выезжал на проверки там, где разрешали забивать свиней. На сегодняшний момент именно привести в соответствие с приказом 72-м, это по производству непромышленного мяса, и эти убойные пункты будут также работать. На сегодняшний момент они в стадии приведения в соответствие. Но свинину там можно будет забивать? Можно будет. Но те убойные пункты, которые у нас и функционируют, и на сегодняшний день проблемы нету по убою животных крупного рогатого скота, баранины, это овцы поголовье, потом выпуск мяса баранины и говядины. Это три убойных пункта. Это Батаевка, АМПК и город Ахтубинск Магомед, индивидуальный предприниматель, который занимается этим видом деятельности. МПК это в пологом займище? Пологом займище, да. Ну вот в этих пологом и в Николаевке там производился убой свиней до августа месяца. В связи с такой ситуацией обострения, потому что, во-первых, те владельцы, которые, ну, и вопросы задают, и которые занимаются содержанием свиней, они являются, ну, тоже нарушителями систематическим, потому что я, как вот инспектор, проезжаю, ну, ежегодно исполнение предписаний, привлекаю к административной ответственности, и никто эти правила не выполняет. И то есть и предписание мы им рекомендуем перейти на альтернативу, то есть на другой вид животных, чтобы проблема эта отпала. Потому что она именно возникает у свиноводов. Куда деть эту продукцию? А что можно сказать сегодня вот по работе бойн? Они все три функционируют сегодня в районе, да? И любой желающий фермер может привезти скотину и воспользоваться услугами этой бойни. Да, без проблем. Это Батаевка, Ахтубинск и Пологое. По крупному рогатому скоту проблемы нету, по мелкому тоже нету. И занимаются как бы и услугу оказывают при убое, которые владельцы заявляют желание для реализации самим продать на рынке города. Хотя тоже проблема очень острая у нас
уже набирает обороты, не санкционирована торговля, то есть ну, не в установленных местах. Рынок при наличии до 100 мест торговых, там зайдете, рынок пустой, да? Да. Полупустой рынок, даже в субботний день. Да, вот это же тоже, как говорится, система. Ну, учитывая новое руководство пришло в города, да, мы как бы неофициально пересекались, я на инаугурации уже такой вопрос задавал, что, ну, есть вопросы, которые надо решать с властью на местах, потому что, ну, это уже система приобретает, и она может как бы выстрелить в одно прекрасное время негативом каким-то. Так что надо на упреждение сработать. Меры административного воздействия чисто с нашей стороны, не просто мы физически не успеваем это делать. Один инспектор, раньше было инспектора все заведующие, они имели полномочия, сейчас их у них нету. Один, я просто, у меня и другие работы, и плановые проверки, плановые, внеплановые, и другие моменты. Где которые... сегодня разрешена торговля? Разрешена это торговля, это чисто рынок, на ярмарке Ахтубинск, субботняя ярмарка. Города Ахтубинск. Это большой рынок, субботний, да, в районе Мелиоратора. Мелиоратора. Там разрешено на ежедневном центральном рынке, кроме воскресенья, понедельника, выходные дни, вот эти дни. Там разрешается на Баскунчике ярмарка и Копьяр. Все, других мест нету. Мы хотим навести порядок в этом, что раньше никогда не было торговли у нас из машин. Но это побудило, там есть проблемы, может, торговые места дорогие. Ну, это все, как говорится, решаемо. Это надо делать цивилизованно и как подобает по закону. Спасибо, Александр Николаевич, что были сегодня на студии. Хорошей эпизоотической ситуации и вам, и нам всем в районе. Спасибо. Но мы продолжаем нашу программу. В минувшую субботу ахтубинцы отметили 60-летие любимого города. Первыми это сделали юные футболисты. Они соревновались в рамках мини-турнира «Кожаный мяч». Финальные игры в двух возрастных категориях прошли на стадионе «Волга». За соревнованиями наблюдали десятки болельщиков, в их числе глава города и наша съемочная группа. В минувшую субботу на стадионе «Волга» было шумно и весело, несмотря на дождливую погоду. Все потому, что юные футболисты решили показать свое мастерство и доказать любовь к футболу в рамках финала турнира среди младших и средних групп «Кожаный мяч», приуроченного к 60-летию нашего города. В группе младшей три школы участвуют. Четвертая, шестая и Капустино-Ярская школа. В средней группе участвует школа номер 1, номер 4, СОЖ номер 12 и Золотухинская СОЖ. Помимо футболистов, участниками спортивных состязаний должны были стать и гандболисты. На праздничную дату был запланирован детский межрегиональный турнир, но по техническим причинам команды так и не встретились. У нас подтвердилось участие 10 команд, то есть турнир очень представительный, из Волгоградской области, из Астраханской области, значит, команда у нас. Ну вот по метеоусловиям, как мы видим, мы этот турнир не можем провести. Сегодня прям рано с утра созванивались с представителями команд. Это Воски, Харабали, Верхний и Нижний Баскунчак. Значит, меня спросили, я говорю, ну мы по техническим условиям принять не можем, потому что у нас значит, стандартная площадка гандбольная летняя. А закрытой площадки у нас нету. В течение нескольких часов юные спортсмены с увлечением и упорством соревновались в бескомпромиссной и жаркой борьбе. В состязаниях каждому юному футболисту предстояло проверить свою физическую и техническую готовность, тактическую смекалку. Именно эти качества важны для совершенствования спортивного мастерства. И все же смысл соревнований по мини-футболу еще и в целях повышения качества содержания работы по пропаганде здорового образа жизни. Мы играли за 4-ю школу, выиграли 6-0 первую. А как оценивали своих соперников вообще? Сильные. В прошлый раз мы им проиграли, в этот раз выиграли. А почему решили футболистом стать? За нашу сборную играть захотелось. Ну, учитель сказал, пойдешь участвовать. Я согласился. А давно ты вообще футболом занимаешься? Ну, я занимался раньше. Очень хорошо сыграл. И наша команда очень хорошо сыграла. А как оцениваешь шансы твоей команды? Ну, есть шанс занять какое-нибудь место. Кажется, активнее самих игроков были их близкие друзья, пришедшие с утра пораньше поболеть за своих. За Волгов болею. Один от 4-й школы играет, один от 1-й школы играет. Шансы? Ну, игра покажет. Там уже 1-0, здесь 0-0. Здесь играют Золотуха, а там, я не знаю, с кем даже играют.
Ничего. Молодцы, играют хорошо. Ну, младшие выиграют, старшие, вот надо чуть-чуть их покричать на них тоже. Немножко мотивации, да? Да, 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 чуть-чуть. Ну, погода, видите, какая, и поле скользкое, поэтому тяжело детям, и холодно, конечно. Занимается футболом мой сын, у него все хорошо. Я надеюсь, что у них будет первое место. А давно занимается? Давно, 4 года. Молодец. А почему решил он заниматься? Ну, потому что ему нравится футбол, потому что я тоже занимался футболом. Четвертая школа побеждает, да, 2-0 ведут. А кто у вас играет сегодня? А, сын сегодня играет. Я думаю, что будет победа. Я думаю, что мой брат будет всегда выигрывать в футболе. Да, почему? Он долго тренировался для этого и играл вечно в этот футбол. Ну, ребят, расскажите, за кого болеете сегодня? За четвертую школу. Вы сами из четвертой школы? Нет, нет, пятой. Да, почему за четвертую болеете? Потому что пятая не играет. Значит, за четвертую. Как ваши впечатления от игры? Ну, не очень. Могли бы лучше. Первую игру просто рано начали еще. Вторую получше, надеемся на третью. Третья должна нас спасти еще. Есть шанс. Каждая игра принесла участникам массу ярких впечатлений. Воля к победе, ловкость и настоящий спортивный характер – все это показали юные футболисты в ходе матчей. Но, как и в любых соревнованиях, здесь есть победители и побежденные. В младшей группе третье место заняла команда Капустина Ярской школы, второе – ребята школы номер 6, а почетное первое место досталось футболистам четвертой школы. В средней группе третье место взяла Золотухинская СОЖ, второе – команда из Верхнего Баскунчака школы. Школы номер 12, а первая опять же досталась игрокам школы номер 4. Вот когда спорт смотришь вживую, а не по телевизору, любой спорт, мне кажется, это очень захватывающее зрелище, да? Но и, знаете, больше всего поражает то, что несмотря на такую погоду, да, ведь есть одна категория спортсменов, которая все-таки не решилась участвовать в такие сложные условия, да? А вот молодые ребята молодцы, показали, что они могут, истинные патриоты, за что им особая благодарность. И я думаю, что у них большие успехи в будущем. А мы будем создавать все условия, чтобы они достигали очередных высот. Ну и пользуясь случаем, хотел всех наших жителей поздравить с юбилеем нашего любимого города. Пожелаем нам всем и нашему городу процветания и перейти на другой качественный уровень. С праздником, дорогие жители! Ксения Маслова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин, Ахтубинск ТВ. Несмотря на хмурую погоду, празднование юбилея города продолжилось. Ахтубинцы наслаждались концертными программами, которые подготовили местные артисты, в том числе и юные. Но и яркие огни праздничного салюта в этот вечер невозможно было пропустить. Владислав Лихварь дождался. Еще в 16:40 небо над Ахтубинском было пасмурным, даже начинал накрапывать дождь, а ровно в 17 выглянуло солнце и золотом своих лучей окатило памятник Валерию Павловичу Чкалову, летчику-испытателю, именем которого назван Государственный летно-испытательный центр градообразующего предприятия Ахтубинска, городу, которому в этот день, 21 сентября, исполнилось 60 лет. Засияла в праздничном свете и ракушка в городском парке культуры и отдыха. Потянулся сюда народ, заинтригованный музыкой, веселыми песнями, исполняемыми победителями различных вокальных конкурсов в городе и регионе. С каждой минутой у ракушки становилось веселее, интереснее. Светило яркое солнце, и это на закате дня. Природа явно преподнесла ахтубинцам свой подарок к юбилею города, 60-летию. И все-таки дыхание осени чувствовалось, было свежо и очень весело. Не только любители вокала и зажигательных танцев собрались здесь, чтобы в кругу друзей отметить замечательный праздник. Для рукодельниц здесь тоже дело нашлось. На протяжении всего мероприятия девицы-красавицы что-то мастерили, другие тоже занятия нашли по душе, развивали свои интеллектуальные способности. А еще зрители успели посмотреть спектакль по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». А я не хочу по расчету, а я по любви хочу. Свободу, свободу, дайте свободу, я птицы.
После праздничного мероприятия на Рыкушке все присутствующие отправились на площадь Ленина. А здесь уже было много ахтубинцев, и солнце с городского парка перебросило свои лучи на главную площадь города, которому 21 сентября исполнилось 60 лет. И началась концертная программа «С днем рождения, любимый город!» песней, которая так и называется «День города». На сцене «Свежий ветер» – это детский хоровой коллектив, следом вокальная группа «Визави» и танцевальный коллектив «Семицветик», затем «Фиеста», «Криниченьки» и дальше с ахтубинского небосвода на сцену посыпались настоящие звезды нашего города. Представьте, за 3 часа до 9 на сцену поднялись 50 творческих коллективов города, самодеятельные артисты районного Дома культуры, Дома культуры Речников, городского отдела культуры и, конечно, детской школы искусств имени Миля Балакирева. И все они – жители нашего города, творчески одаренные ахтубинские звезды и звездочки. От всего сердца пели, танцевали. Эти желтые ботинки шагают быстро по асфальту. И ты опять идешь пешком. Я мимо проезжаю в чайке. На часах без 2:09, а на сцене глава города Сергей Заблоцкий. Добрый вечер, ахтубинцы! Поздравляем наш с вами любимый город с юбилеем. 60 лет наш город в расцвете сил. И мы вместе с вами, не сбавляя темпов, будем дальше продолжать развивать наш город. Вы посмотрите, какие у нас талантливые коллективы. У нас необычные люди. И мы будем создавать все условия для дальнейшего их развития. Мы будем ими гордиться. Еще раз с праздником, дорогие друзья! А теперь в заключение. Юбилейный салют! Такой праздник 60 лет бывает в жизни только раз, но Ахтубинск, судя по всему, на пенсию не собирается, он только начинает жить. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Сегодняшняя ночь с понедельника на вторник, возможно, станет самой холодной в сентябре. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится до плюс 2 градусов. Прямо-таки дыхание зимы. При этом тучи наконец-то уйдут, и до конца недели будет солнечно и даже потеплее до плюс 20. А следующая неделя обещает несколько по-летнему жарких деньков. Все хорошее впереди. А на сегодня это все новости. До встречи.